Ahoj všichni, zase vás zdravíme, já Valerie Pršina a Jurij Šerbakov. Po dlouhé odmlce zase začínáme točit svá videa. Dneska se budeme věnovat tréninku břišních svalů. Takže pěkně pekáček uděláme, že jo? Dneska ukážeme cviky, které jste možná ještě neviděli, nebo určitě jste neviděli techniku, kterou budeme ukazovat. Tak snad se bude líbit a případné dotazy nebo nějaké poznámky můžete posílat opět na e-mail, který máte. Připomínám je tady a rádi zodpovíme. Tak jdeme na to. Сегодня у нас тренировка мышц пресса, верхней, нижней части, боковой. Но самое главное, что сегодня мы будем использовать точечную тренировку. Что такое точечная тренировка? Как говорят многие знатоки фитнеса, бодибилдинга, культуристики, что мышечную массу невозможно уменьшить и объемы мышц невозможно уменьшить там, где нужно. Как показывает практика, эти методы работают и действительно можно уменьшить талию на 3-5 сантиметров от того, что дано вам генетикой. Поэтому мы сейчас начнем с точечной тренировки. Что такое точечная тренировка? Точечная тренировка – это когда на конкретную группу мышц выполняется нагрузка в течение 20 минут без перерыва. Именно эта тренировка позволяет уменьшить там, где вам необходимо. Сейчас мы начнем делать скрутки, которые будут продолжаться. Начинаете выполнять с 5 минут, и ваша задача дойти до 20 минут. То есть каждую неделю добавляете 2-3 минуты, и результат вы ощутите на себе. Начинаем. Первое упражнение нашего комплекса – это будут скрутки. Ноги на ширине плеч, руки на грудь и вращение корпуса. И желательно, чтобы на вас была одета какая-то теплая одежда, какая-то кофточка, чтобы создавать именно повышенную температуру тела. Обязательно смотрите строго прямо, иначе может закружиться голова, и вся тренировка пойдет на смарку. Следующее упражнение – это скручивали лежа на полу. Упражнение выполняется в частичной амплитуде, то есть это для того, чтобы разогреть мышцы живота, подготовить к работе, потому что сегодня наша задача, мы будем работать как на объем, на силу мышц живота и, соответственно, одновременно на форму мышц, чтобы живот был плоский, красивый и, самое главное, не перекачать боковые мышцы, как я смотрю, многие бикини в Чешской Республике прям перекачивают эти боковые мышцы живота, что потом создает эффект очень широкой талии. Поэтому наша задача, чтобы пресс был толстый, объемный, когда просто в дефиле кубики прорисовывались. Здесь выполняем 3 подхода по 20 повторений. Это у нас разогрев, разминка. Следующее упражнение нашего комплекса, именно базовое, силовое, которая именно позволяет наработать толщину мышц живота, именно чтобы кубики пресса росли в толщину. Здесь будем выполнять 4 подхода от 10 до 12 повторений, это максимум. Упражнение выполняется на выдохе. Чем сильнее выдох, тем эффективнее сокращаются мышцы пресса. Старайтесь всю нагрузку именно вкладывать в корпус, а ноги уже поднимаются сами по себе. Основное правило, чтобы вы в этом тренажере сидели не ровно, а чуть-чуть сутули. Тогда нагрузка именно идет на пресс. Как только вы выпрямляетесь ровно, нагрузка еще уходит на поясницу. Следующее упражнение у нас именно на форму, что придает женственность нашему прессу. И будем прорабатывать еще вот здесь вот, вот этот участок. Начинаем. Делаем подъем корпуса и подъем таза и пауза. 3 секунды. Отлично. 3. Отлично. Нужно дойти до 12 повторений. Поднимаем корпус и немножко сжимаем таз. 1, 2, 3. Отлично. Выполняем 4 серии, 12 повторений. Перед завершающим подъемом поднимается таз. Отлично.
приступаем к тренировке нижней части живота. Не забывайте самое важное правило, что во время подъема ног таз должен отрываться от лавочки. 4 подхода, 12 повторений. До этого уровня, и потом ноги уходят вперед, тем самым отрывается таз. Вот так, отлично. Именно в таком положении работают мышцы живота. Сейчас сделай неправильно, колени под себя, ну, ноги под себя, и просто их вверх поднимай, согнутые колени. Ноги под себя, как делают все. Ты сейчас делаешь правильно. А все делают, как раньше ты делала, как все. Я не помню. Ноги вот так, и поднимают ноги, да. Вот так делать ни в коем случае не нужно, потому что при такой позиции вы тренируете вот эти связки. Вот эти связки, но не мышцы за живота. Обратите на это внимание. Потому что когда именно стопы уходят назад, у вас стенка живота перерастягивается, и потом живот выпирает. Видите, работа идет в сокращенной амплитуде, что позволяет нагружать именно нижнюю часть. Следующее упражнение на форму, которое придает красивую форму. Ноги строго у нас перпендикулярно полу, и старайтесь толкать как бы пятками вверх. 4 подхода, 20 повторений. Это идеальный диапазон. Сейчас вот мы показываем, демонстрируем движение, как не нужно делать. То есть выталкиваем ноги и опускаете их вниз. Это неправильно. Это то же самое заставляет растягиваться стенку живота. Потом живот тяжело контролировать. И это создает ощущение большого живота. Мы сейчас будем выполнять опять правильно. Угол ног не меняется, ровно вверх и вниз. Отлично. Когда вы с легкостью выполняете 4 подхода по 20 повторений, очень важно потом сюда одеть утяжелители. Начинайте с 1 килограмма и доводите до 3 на каждую ногу. До 3 килограмм великолепно прорабатывает мышцы живота. Сейчас мы будем тренировать косые мышцы живота, не боковые вот эти вот участки, как чтобы талия казалась шире, а именно вот эти вот. То есть, а для того, чтобы у нас талия сужалась и была хорошая форма, нельзя позволять стенке перерастягиваться. То есть все, которые люди выполняют движение, делают вот так, это все неправильно, это приводит к широкой талии. Движение должно быть именно по сокращенной амплитуде. Но лучше это делать не стоя, а именно лежа. Плечи чуть-чуть сутулены и работаем. Здесь именно и статика идет, и динамика. Позволяет прорабатывать именно вот эти участки и не затрагивает боковые, только косые мышцы живота. Выполняем 4 подхода, 20 повторений. Это самый оптимальный диапазон. И завершающее упражнение нашего комплекса опять скрутки. В моей практике был клиент, который вот так вот работал 60 минут. То есть талия была великолепная. То есть он стоял, на нем было очень много одежды. И вот у меня бы никогда так силы воли не хватило. Ему, наверное, надо было быть человеком, который, знаете, собирает всякие модели, кораблики, где очень много тонкостей. Вот нужна такая сила воли, вот терпение, потому что я бы, наверное, с ума сошел. Но он делал это 3 раза в день по часу, вот такие скрутки, и талия была просто великолепна. Хотя соревновательный вес у него был 120 килограмм. Důležité je zdůraznit, že vlastně břišní svaly jsou stejné svaly jako jakékoliv jiné svaly. Takže přetrénování může přivést taky ke katabolismu, nikoliv k nějakému progresu nebo k lepšímu břišnímu svalstvu, to nikoliv. Takže tady je dobré říct, že pokud nezávodíte a neděláte specializaci přímo na břišní svalstvo, takže by se břicho mělo cvičit jednou týdně, maximálně 2x týdně, pokud je to specializace opravdu. Takže nepřehánět to s tím, není to vždycky jakoby dobré.
proč to není dobré. Tam vždycky vlastně souvisí s břichem i záda, to znamená páteř, a můžete si ji vážně poškodit tím, že vlastně budete dělat břišní svaz to každý den. Jo, takže si na to dávat pozor a nepřehánět to, jako se vším. Takže vlastně tímto jsme splnili vaše přání, protože mi chodilo opravdu hodně e-mailů, žádosti od děvčat, aby jsme ukázali trénink přímo zaměřený na příští svalstvo. Takže tady ho máte a příště už začneme natáčet komplex vlastně splity tréninků, které budou zaměřené na bikini fitness, ale na pokročilou úroveň. Takže se máte určitě na co těšit. Sledujte nás, dejte like, podepište se a mějte se hezky. Ahoj.